Очень довольна. Очень довольна. В Сергиевом Посаде в рамках областной программы «Доступная среда» установят порядка 70 пандусов. Адресные списки предоставило Управление социальной защиты населения. Недавно два пандуса сделали у дома номер 215 на проспекте Красной Армии. При установке непосредственно металлического пандуса пришлось ремонтировать и крыльца, потому что они в аварийном состоянии. Вы сегодня увидите вот на примере 3-4 подъезда, в каком состоянии входные группы. Здесь, вот, слава богу, есть бюджетные деньги, которые позволяют нам сделать благо не только инвалидам, но и здоровому населению нашего города. В этом доме проживают несколько человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе один ребенок. На первом этаже девочка-инвалидка в колясочке, она никак не может. У нас трое лежачих в подъезде, тоже периодически вызывают скорую. Пенсионеры с палочками ходят. Вот я сколько работала дворником, мы добивались вот этого пандуса, никто нам ничего не делал. Сделали на какой-то маленький, очень неудобный. Ступеньки ремонтировали своими силами. Сейчас вот как вообще у нас очень красиво, очень хорошо. Оценить качество установленных пандусов приехал исполняющий полномочия главы администрации Сергиева Посада Константин Негурица. Ну, проблема сложная, конечно, ее изготавливать, но тем не менее, каждый абсолютно адаптируется под помещение. В Сергиевом Посаде работы по установке пандусов закончены по 16 адресам. Таких адресов на данный момент порядка 70. Значит, мы в соответствии с этим, есть часть, это которая касается территории выхода человека во двор, да, то есть это вот мы видим пандусы, вот откидные пандусы, если это колясочники, да, вот. А на эту программу у нас запланировано примерно 5 200 000. Программа «Доступная среда» должна быть реализована в Сергиевом Посаде до конца 2017 года. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».